чел в телеграме. Говорит, я твой подписчик. Погнали погуляем. И мы вот сейчас встречаемся. Договорились вот возле Макдака встретиться. Он какой-то разработчик. Сейчас познакомлюсь. С Ютуба это, кстати, первый человек, кто мне написал насчет встречи. Вот там в центре, кажется, мой любимый музыкант играет. Нью-Йорк тоже не понравился. А сами техасцы тебе как? Нормально. Да? Ну они такие, они же типа думают. Не они как, считают... как ковбои ходят или. Ну еще? Там разные есть. Но они типа считают себя техасцами, не американцами. Сейчас идем, и вон, походу, Яник тусуется. Это музон, это шнитки, ага. Мне кажется. Да мне кажется, он просто импровизирует. Здорово. Это Андрей из России, это Миша. Тоже из России. Как ты тут оказался вообще? Ну как, это чудо. А ты уже с ним познакомился? Пока нет. А он с кем? Русский. Русский? Да. Охуеть. Сейчас Яник будет Бэнкси показывать. А чел музыкант, Яник с ним немного познакомился, он оказывается русский, из Москвы. Там с шариками. С шариком, девочка? Это Бэнкси. Это... Похоже? Да, это вот эта копия, это прям он. Ну, может, это просто скопировали? И что, ты думаешь, он так решил сразу три граффити нафигачить? Может, это одно граффити. Просто я не видел Бэнкси в жизни. И как с чем сравнить, я не знаю. Не, ну нарисовано красиво. Ты чё, он что, про Кропус не знает? Не, про Кропус я знаю, а про уши не знаю. Короче, их задержали. Я тебя для Ютуба снимаю. А ты виза ранишь? Пока да. Через Хоргаш? Нет. Через Хоргаш, ну как-то хз, я не знаю. Не пробовал? Вроде и можно, а как-то... Вчера Навального хоронили, 1 марта, и я случайно сейчас прошел мимо мемориала, и кто-то приносит цветы, неожиданно для меня, и они до сих пор не убраны, и даже горит свечка. Ты откуда? Да вот с магазина. С Лидла, что ли? Нет. Вау. Да, новое что-то. Xiaomi? Он что, электронный? И что там за новинки какие-то в нем есть? Супер. Да это суперские. Вообще обычно, но удивительно, что в него помещается мой ноут вместе с чехлом. Чехол огромный. А-а-а. И что стоит вот этот? 3 600. Какой красивый. Охота какую-нибудь собаку погладить. Но. Сейчас смотрим, где дешевле можно купить евро и где дороже их можно продать. Вот кажется, в переходе здесь, в центре, самая классная меняльница. Сейчас с Яником провернули штуку.
Я купил у него евро без всяких агентов. И почему-то нам это поздно пришло в голову. Что взял? Шпинатик. Со шпинатом? Да. Блин, заманчиво. Туалетная бумага. Прямоугольная. Я посмотрю. 276. Это 200 рублей почти что. Подожди. За 200 рублей за такой кусок мяса? Да. Он еще увеличится? Соевого. Он еще увеличится в два раза? А почему ты говоришь 2? 2000? 200. 2 килограмма? Или что 200? 200. А что это значит 200? Ну 200. А, это 200. Короче, вот такие кусочки. Ты по-белорусски еще разговариваешь? Да, я по-турецки говорю. А это что за печенье? Это большие кусочки, шницель типа. И вот это фарш. Фарш? Да, он его когда намачиваешь, жаришь, он получается фаршем. Ага. Разные кусочки. Офигеть. Я бы в Иркутске вот это купил за 200. Блин, в Сербии ничего уже нет дешевого, как так? Кроме своего мяса. Блин, когда-нибудь я тоже это попробую. Кастомер это кто? Клиент? Заказчик видимо. Ну да, наверное. 189. Кажется, этого мужчину зовут Ратко Младич. Но могу ошибаться. Он такой военный сербский, который воевал за Югославию. И сейчас он сидит в гаагской тюрьме. Его судили несколько лет назад. Осудили его за то, что он стрелял, командовал артиллерией и бомбил, кажется, боснийские города. Сараево, что ли. Ну и вроде бы его на пожизненно отправили. Так, ну мы с Яником устраиваем поход в новый район. Короче, дождь пошел. Мы взяли поэтому пепси-колу. Да, из-за дождя. Да. Взяли без мяса, потому что у нас, видите ли, Яник не ест мясо. Да, постепенно все начинают переставать. Думаешь? Что скажешь? Серьезно? Лепо вкус? Лепо. Укус? Вкусно. Укус лепо? Вкусно, лепо вкусно. Никогда не покупал сырную пиццу. Офигеть. Постоянно покупаю. Ну или другие грибные. А кетчуп не дает какую-то попсовую нотку? Какую-то дурацкую нотку? Ну, такой обычный. Нормально? Кетчуп. Ну, такой, знаешь, как будто в придорожной забегаловке. Но то, что она острая, это вообще тема. Мне кажется, русы вон идут улыбаться. Стоит она 30 сантиметров, 650 рублей. Вообще-то у меня ощущение, что все люди, которые проходят и видят камеру, они смеются надо мной. Думаешь? Сейчас попробуем зайти в этот дом. Сакура. О, девочка сейчас откроет дверь. Девочка сейчас откроет дверь. Вкусно. Лепо вкусно. Смотри. Собака. Ты видишь? Это не настоящая. Думаешь? Ты первый. Угу. Едно. Чисто шкаф. Самому надо же. Шифонер. Выходи в шифонер. Так. А, смотри. Первый этаж. Но это в Сербии второй. Кстати, да. Надо нулевой нажимать.
кстати, надо было дверь закрывать или не надо было? Думаю, надо было. Я не стал. Серьезно? Сейчас же никто не поедет. Ой, он же не поедет больше. Ну, пусть с первого этажа поднимается. С нулевого. Да. Ну нормально, хоть какой-то экшен. Кто знает, что за кубы вот это на домах. Или там голубиная почта. То есть сюда голуби скидывают. Там почтальон сидит, что ли? Голубиный. Голубиный барон принимает. Голуби скидывают туда просто все письма. 39, он что, превышает, что ли? Эй, ты куда несешься? В Новосаде была табличка такая, и она говорила: хвала. Если и серьезно? Зеленый смайлик такой улыбающийся. Вау. Если не превысил. Если превысил, не помню, что говорить. Но там позор. Такой хмурый такой смайлик. Я тут встретил ребят из Белграда, Сергей и привет, Даша. Привет. Да, это, конечно, фантастика, встретить ребят в субботице, которые смотрят мои видосы.